Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военное-дело.com. Польские ВВС вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29. Военно-воздушные силы Польши приняли решение возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на штаб командования ВВС страны. Командующий ВВС после анализа рекомендаций принял решение об эксплуатации самолетов МиГ-29, говорится в сообщении. Согласно официальным данным, в распоряжении вооруженных сил Польши находятся 30 советских истребителей МиГ-29, 48 американских F-16, а также 32 советских Су-22. Польские ВВС остановили полеты МиГ-29 4 марта 2019 года после катастрофы одного из этих самолетов. В тот раз пилоту удалось спастись. Катастрофа, произошедшая осенью прошлого года, закончилась гибелью пилота. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военное-дело.com.